Ликино-Дулевский дворец бракосочетания вновь открыт. Здание преобразилось как внутри, так и снаружи. Капитального ремонта здесь ждали очень давно. Теперь объявлять мужем и женой будут в розовом зале. Цвет выбран не случайно. Это символ грез и мечтаний. Именно в таком настроении пребывают все молодожены. Впервые в этом отделе ЗАГС появилась комната жениха и невесты, где будут проводить последние приготовления перед торжественной церемонией. А также появились зоны для фотографирования.